42-летняя телеведущая и актриса наслаждается новогодним отпуском. Анфиса Чехова отдыхает на французском горнолыжном курорте Шамони-Монблан. Экс-жена актера Гурама Баблишвили уехала из Москвы туда, где много снега. Анфиса проводит первые дни января на курорте на границе Франции и Италии. Секс-бомба призналась, что не умеет кататься на горных лыжах. Она и не захотела учиться этому виду спорта. Чехова много гуляет и позирует для красивых снимков. Сегодня актриса разделась до трусиков, прикрыла обнаженную грудь белой простыней и вышла на свежий воздух. Фотосессия полураздетой знойной красавицы на фоне горных пейзажей получилась впечатляющей. «У кого лыжи, а у меня постельный слалом», — с иронией пояснила Анфиса. Снимки вызвали восхищенные отзывы поклонников. Вместе с тем, одна из фанаток осталась недовольной. «Зачем такие фото?» — спросила Ирина. «Может, потому что это красиво», — ответила ей другая пользовательница, Анна. Бывшая ведущая шоу «Секс» с Анфисой Чеховой снялась и в горнолыжном комбинезоне. Телезвезда надела его на нижнее белье. При этом она расстегнула молнию до пояса, показав черный бюстгальтер. «Раньше я не верила, что в горах, среди снегов, так жарко, что можно загорать. Но на Монблане убедилась в этом. Там одновременно и холодно, и жарко», — сообщила Чехова. Анфиса в последнее время заметно похудела. Звезда любит позировать для откровенных фотосессий. Она показала пышную грудь и узкую талию на турецком пляже. На отдыхе в Эмиратах россиянка похвасталась роскошной фигурой в алом бикини. А в Омане она снялась в слитном купальнике с бокалом вина.